Как нам стало известно, из-за пожара в Куринском районе некоторым местным жителям накануне пришлось даже покинуть свои дома. Правда, сотрудники МЧС данный факт не подтверждают. По их словам, эвакуировать никого не пришлось и обращений не было. Сообщение о пожаре в Куринском районе поступило днем 28 октября, а около 8 вечера было обнаружено уже 4 очага возгорания. Борьбу с огнем вели силы краевой и федеральной пожарной охраны, а также сотрудники МЧС. Всего 87 человек и 21 единица техники. Если говорить о причинах произошедшего, то наиболее вероятно это неосторожное обращение с огнем, поджог сухой травы. В условиях ураганного ветра огонь распространялся с большой скоростью на большие территории. К счастью, крупных пожаров в населенных пунктах, случаев травмирования или гибели людей удалось не допустить. Местные жители уверяют, что во время пожара пострадало фермерское хозяйство на границе Курьи и Змеиногорска. Уничтожено несколько единиц техники, жатки, комбайн, сеялки. Ликвидировать возгорание удалось ближе к ночи, как нам сообщили в пресс-службе МЧС края. Всего на территории региона накануне было обнаружено 30 возгораний в Змеиногорском, Калманском, Кытмановском, Усть-Пристанском районах. В основном горела сухая трава. В некоторых районах был введен режим повышенной готовности. Высокая пожароопасность на территории края сохраняется.